Гореть, не тлеть. Под столь символичным названием прошел вечер памяти Георгия Абуляна. Подготовили программу артисты Народного театра «Сонет», которым Георгий Михайлович руководил бессменно 20 лет, и творческое объединение «Созвучие». Георгия Абуляна не стало 16 апреля 2017 года. Его жизнь внезапно оборвалась после непродолжительной болезни. Из биографии. 32 года Георгий Михайлович прослужил в армии, а в 1973 году пришел работать военным руководителем в ПТУ-37, ныне Новоуральский технологический колледж, где прослужил еще 26 лет. Именно Георгий Абулян основал в училище и был идейным вдохновителем клуба «Патриот», внес большой вклад в патриотическое воспитание молодежи Новоуральска. Георгий Михайлович был очень разносторонним человеком. Он писал стихи, пел, играл на гитаре. С апреля 1997 года был руководителем, режиссером, сценаристом Народного поэтического театра «Сонет». Памяти великого человека, это для нас он действительно великий, Георгия Михайловича Абуляна, который посвятил всю свою жизнь не только театру, 20 лет он посвятил нашему коллективу, писал стихи, был патриотом 20 лет. То есть можно сказать, я первая актриса этого театра и осталась с ним навсегда. Все, кто собрались в зале детской библиотеки на вечере памяти, не случайные люди. Все они знали, уважали, любили Георгия Абуляна. В этот день участники встречи смотрели фотографии, общались, делились воспоминаниями и, конечно, читали любимые стихи и пели песни. Глупец, хоть 42, а все еще мальчишка. Доверчив, наивен, как дитя. Ты говоришь, как плохонькая книжка, но кто всерьез послушает тебя? Не в меру ласков ты, в особенности к дамам. Стишки крапишь и думаешь, поэт. А сплетни про тебя, как телеграммы, несутся впереди, вослед. Опомнись, друг, спустись на землю грешную, да оглянись внимательно вокруг. И что ж, увидишь снова зелень вешнюю, в каждом будет виден друг. Такие вечера памяти в Новоуральске станут традицией. Их планируется проводить ежегодно в конце мая. Для многих своих единомышленников Георгий Абулян был примером для подражания. Патриот своей родины. Честный, порядочный, интеллигентный, доброжелательный, энергичный и очень трудолюбивый человек, который сегодня встретил бы свой 88-й день рождения. Россия своих сыновей самых лучших на Анна Акрамова, Геннадий Донгузов, Новоуральская вещательная компания.